Привет, Контакт. Меня зовут Маша Тимошка. Я бы хотела сказать, что у меня только одна страничка ВКонтакте, никаких других сайтов у меня нету. У меня старая страница, да, ее взломали, но сейчас она была восстановлена. Так что, пожалуйста, хватит задавать мне эти вопросы. По счету добавления, я сейчас не добавляю, потому что у меня действительно очень-очень много друзей. Я не успеваю общаться со старыми друзьями, поэтому как бы не вижу смысла добавлять новых. Как будет возможность или будет больше свободного времени, я обязательно добавлю, обязательно пообщаюсь, потому что мне это интересно, потому что также заинтересована в этом. По счету комментариев, потому что почему я отвечаю, потому что сейчас у меня личка завалена, у меня очень-очень много сообщений приходит. Сейчас, сами понимаете, лето, немножко не до контакта, так что, пожалуйста, извините, то есть как мне будет возможность, я обязательно с вами пообщаюсь. Вот, по счету хотела сказать, по счету того, что вопросов разных, в группе я тоже не успеваю как бы ответить, как будет возможность, отвечу. Сейчас отвечу на самые такие, которые часто задаваемые. То есть меня спрашивают, да, я рассталась с Ромой, пожалуйста, ну, не спрашивайте из-за чего, почему, как, что, новый парень, не новый парень, это как бы немножко наше личное дело. Да, мы расстались, ну, все на этом. Вот, по счету того, что косметики, я не буду записывать видео, как я крашусь, потому что я считаю, что это глупо, у меня нет времени на это, и я вообще очень смущаюсь на камеру, поэтому я не умею выступать. Вот, по счету макияжа и всяких, это я обязательно постараюсь написать в группе, как будет время, чем, как я пользуюсь, если кому-то это интересно. Думаю, на остальные вопросы я тоже отвечу в группе, так что в ближайшее время заходите в группу и читайте. Все, всех люблю, целую, Маша.